Сегодня я играю со своими друзьяшками в Seven Days to Die. Вот мой друг Феонор. Феонор, представься. Всем привет! Я думал, ты так не знаешь, такая: всем привет, с вами я там. И больше никто. И Максим, представься. Максим, всем привет. Давай, Я кстати, уже. быстрее, тут у нас уже темно начинается. Да я понимаю. Максим Я же не виноват, что потерялся у я нас. 2 раза сдох уже на этих грёбаных Давай, минах. мы, короче, знаешь, в каком самом большом домике, который мы с тобой увидели в первый раз? Мы уже немножко расчистили хат, чтобы это не делать на ролике, чтобы это долго не париться. Уже немножко Да. подрасчистили. Вот, и чтобы Хорошо, я пока долго сейчас не мучиться. искупаюсь и к вам сразу же. Он еще и купается. Ну, блин, жарко. Офигеть. Жарко, нифига себе. Так, че витаминки Мы здесь дают? уже, короче, план придумали. Мы здесь, короче, поставим ящик, короче, чтобы нам зомби не лезли. Дом вроде крепкий, и я думаю, что к нам зомби хрен заберутся. Ну, это Нет. хорошо. Еще бы дверей бы научить, еще бы двери бы сделать. Но дверь, я тут смотрю, тут дверей нету. Но мы можем 2 ящика сделать и поставить вообще двери. И Нет, можем двери вообще там дом легко себе. делаются. Дом Двери-то можем легко себе делаются. забрать. Ой, А еще тут есть учишься. плазма. Жалко, света нет. Нахер тебе плазма? Вот кому что? Так, А, кстати, я как понимаю, я дошел, консервы. только я с другой стороны. Консервная банка из-под конфет. Ребят, А у ребят. меня жратва вообще есть. Это, Да кстати, где? блять, ебаный урод. Это Что там у тебя огромный поселок, как я понимаю. Тут домов вообще до хрена. опять? А, тут коттеджный поселок, Да, да, поселок. да. Вообще Это тут где? целая куча. Я уже подбегаю. Я Вот, тебя давай, сейчас давай, давай, встречу, чтобы я не было. встречу, я встречу. А, ты... Ну ладно, иди ты стой. Надо сейчас, короче, ночь переждать и потом просто вот идти, где наш дом, до конца улицы идти, там почистить все дома, посмотреть. И вот Блять, так... собака! Нихуя себе! Нет, Где, я где, не пойду где? тебя встречать, я не иду тебя встречать. Возвращайся сам, короче. Где Макс? Ебать мой Да я хер. сейчас думаю, как пройти лучше. Ебать мой хер, там собака, нахер, бля. Надо будет, кстати, Я в дам. больницу сходить, там вообще дофига лута должно быть, по сути-то. Ебать мой Все, хер, давай она за мной быстрее. бежит. Она за мной бежит. Ну вдвоем-то Где справитесь там, вообще? надеюсь. Я, кстати, Охренеть, бегу-то собака. Я вообще даже не голый. знаю, где он. Ой, ой, я уже дома. Ух, блядь, там собака. Охренеть. А вы Максим, где? где он? В дом сижу. Я вот возле дома. Ну вы выйдите в мою сторону, встретите, а то сейчас на собаку я нарвусь, у меня ни оружия, Я ничего тебя ни нету. хрена не вижу. Так на карту нажмикать. Так. Так. Ой, мои холодно. Строительство. Так, вот, иди сюда. Ящик для боеприпасов, ящик для Куда, еды, куда? ящик. Ладно, заворачивай. Ящик Вот, для здесь. оружия. А обычный что, ящик нельзя, что ли, сделать? Блять, выносливость кончилась. Для чего-нибудь, просто ящик. Где тут у зомби ходишь, что ли? Да тут до хрена кого ходит. Иди сюда, назад, назад, назад! Куда назад? А, вон, вижу. Назад, я что сказала? Давай, иди, заходи, я его сейчас убью. Куда заходить? Вот сюда? Давайте заходите наверх, вот. Блять! Куда заходить-то, блядь? Да Сейчас я тут иду вас спасать. дом, Максим, ну ты заходи! А где Блин, у дверь? меня два зомби, помогите! У меня все предметы сломались, я сейчас сдохну, блядь! У меня тоже предметы все сломались, у меня только. Вы где уже? Катя, в Возле какой дома? дом? Да ёб твою мать, ну вот откуда я выбежал, ну вот сказал же самый первый дом, блядь. Я там не на. Да вот же, давайте на дороге встретимся, я вас Иди встречу. сюда, да я вот уже зашел, все, айда, фильм, мы уже зашли, там зомби идут. Давайте, бегом. Заходите наверх, самый поднимайтесь, а я вот там блок поставлю. Ты же знаешь, у меня ни хрена не видно, блядь. Зажгите свет. Подожди, ты вот не сюда пошел. Давай сюда, сюда. Куда, куда, куда? Вот сюда. Посветите. Пацаны, они дверь сейчас выломают, блядь. Там двери нет, там вверх, иди наверх, на самый. Зажгите факел, у меня нихуя не видно, ребят. Тут зомби все дверь сломал, блядь. Катя, что там дверь-то? Мы сейчас наверху затаимся до ночи, а потом. Катя, Утром спустись с просто. факелом, пожалуйста, ко мне. Я тебя даже не вижу, блядь, с факелом. Во, Вот, Феня, Феня, веди меня. вот, Куда? вот. Вот. Быстрее, блядь, наверх. Все. Типа повысь этот, как его. Свет, ты все в игре. А тут нету в игре. Вы что, наверх поднялись? Нет, я не могу уйти, меня зомби бьет, блядь. А мешки поставили хоть?
Дайте факел. Дядь! Тихо. Страшно-то. Все, поднимайтесь. Вот, Максим, извините, вот в любой выживалке за тебя проблема. Постоянно, блин. Ну я же попросил меня встретить, вы нихуя не встретили. Потому что ты как идиот, как всегда, проскочи мимо, типа, заходи в дом вот сюда. Все. Нет, тут, блин. Все, нам... Как обычно, блин. Я вот сюда... блок, короче, нас могут, нас не достанут, короче, так-то. Да вот сюда можно в проход поставить. А ты лучше это сделай, как его? А... Максим, на спальник. Давай. Повысь в игре этот, как его. Я заколебал. У меня в игре нету. Я на мониторе. Иди сюда, Максим. Да вы за... Иди ко мне. А костер? Ли, возьми. Костер. Вон там, если что, еще одежду не надо. Спасибо тебе огромное. А костер в какой находится у нас в этой? Костер? Да. Костер. Вот, я могу сделать костер. Давай, делай прям посередине. Все, я сделал себе светло все. Мне костер нужен там хотя бы. Дрова-то есть, у меня дров-то много. А верстак, как сделать верстак? Он там вообще много делается. Верстак делается. Блин, нужно. Книжечка вам нужна для верстака. Хотя нет. Блин, для верстака столько нужно что, всякого хлама. Так, для верстака нужно слишком много вещей. Нужно плавить выкидывать. Так. Феня, ты что без штанов-то? Ну, пока только так нашелся. Такие пока только нашлись вещи. Ствол для рубевика. Так, блин, все время забываю на кухню. Так. Блять. Ящик боеприпасов. Полено. Катюх, ты чё такая недовольная? Недовольная? Ну, лицо у тебя какое-то недовольное. Потому что ты задолбал, мне уже надоело постоянно твою жопу подтирать, блин. В смысле подтирать? Здрасте, помоги ему, блин. Сам выскочит ночью, блин. Я должна его спасать, блин. Так. Это у нас получается... Так, а чё у нас нужно для лука? Лука. Для лука нужны... Могу сделать, могу себе лук. Так, и нужно сделать себе стрелы, железные стрелы, деревянные. Максим, верни мне белые шорты обратно, пожалуйста. Сделать. Не надо кое-то ничего, у меня перегрев, мне плохо. Снимай, давай все штаны быстрее. Вот так вот, да? Слушай, а вот этот. Так ты так не а блок защиты, он вот его пока здесь оставлю. Что мне тебе белые шорты делать? Так. Хватит там храпеть. Максим, хочешь я тебе юбку дам? Нет, спасибо. У меня просто перегрев. Ну ладно, я без штанов похожу. Так, ну все нормально, я лук сделаю. А если, короче, штаны как-то... Вам что-нибудь сделает? Деревянные дубинки, луки, у меня вроде все есть. Мне сделайте хоть что-нибудь. Тебе чем сделал, да? Да. На вот тебе. У меня же лута нет вообще ничего. Знаете, деревянный лук сделаю. Да лучше дубинку сделать. Какую-нибудь. И могу и дубинку сделать. Сделать дубинку. По дубинке ему надо сделать. Так, вот тебе на лук. Что мне тут надо вообще? И деревянную дубинку надержи. Что ты подошел ко мне? Посмотреть в твои наглые глаза. Так. Ой, спасибо. Так, стрелы. Стрел у меня пока нету. Или я тебе стрелы тоже дал? Нет, стрелы не дал. Так, деревянная дубинка. Катя, есть дерево у тебя? Чё? Дерево есть? Да дерево-то у меня есть, стрелы. У меня перья есть.
меня камня нет для стрел. Камня нет для стрел. Так-то все нормально, но нет камня. У меня один камень есть. Потом сделаем. Найдем. Мы как сейчас начнется, и мы сразу... И железный наконечник есть один. Так. А как мне сделать дубинку сейчас? Подождите. Дубинка. А, у меня есть стрелы. Топор. Я себе сделал две стрелы, но камней мало, камней мало. Так, а арбалет как делается? Арбалет делается тяжело. Там, у да, меня там все сложнее. Есть, оклея. Так. Вот так. Что такое? Что сделать, чтобы я не перегревалась? Да вот в эту комнату. Утро еще не настало. А если, кстати... Чего-чего? А если всем лечь спать, то, по-моему, у всех утро наступит. А как спать лечь? Не знаю. Я тоже не знаю. Крушим дом! Только не выходи оттуда. Да, я понимаю. Какой спальник я могу взять? А что можно просто около дома сделать такую лестницу и тупо, чтобы подниматься в окно? Можно сейчас этих лесенок сделать и тупо сразу же подниматься в окно. То есть, чтобы нам не через дом проходить, а чисто в окно пробрался, да и все. Так, а сейчас я это посмотрю, где это находится. Это находится в доме. Вот, да, лестница из доски. Так, сделать. Давайте попробуем. Как от этого перегревания, блин, а? Тебе надо искупаться, Кать. Как я тебя искупаюсь? А, ну или одежду сними вообще всю. Да нет, я сняла, я в пуховике, кажется, хожу. Только, блядь, и конечно. И чтоб мне жарко не было. Дай мне что-нибудь. Дай пуховик. А вам дубинка не нужна еще одна? У меня две дубинки. Ты надел, что ли? Много их. Тебе бейсболку надо? Вы дайте мне одну, а то у меня сейчас сломается. На, Максим, бейсболку. Давай. Там ту дубинку там надо. Ёлки, спасибо. Так, лестница. Вот у нас эта лестница будет. Я тут что-то все собираю. А можно какой-нибудь ящик, что ли, сделать, чтобы туда весело скидывать? Ящик. Запираемый сундук могу сделать. Нет, эта лестница нам не катит сюда такая. Так, я так понимаю, мы тут надолго, да, остаемся? Ну, пока что, да. Пока первое развитие не пройдет. Ну, пока весь этот городок не залутаем, точно здесь будем. Ну, да. Пока будут продукты свежие у нас в этом доме. Хочу нож. Блять, нахуя я столько лестниц сделал? Давайте их нахуй сожжем. У меня же есть точка это. Да, значит, надо что-то сделать. Блять, ничего не хватает. О, ништяк. Что такое? О, нихуя. Ящик сделал, чтобы всякое барахло пока не нужное скидывать. Ты закрыла его? Как тебе не стыдно, Катя? Что? Да подожди, прикинь. Я пока в нем. Как ящик сделать? Это как он называется? Запираемый ящик. Запираемый сундук. А, сундук, да. Вот только начали выживать, а у тебя уже какие-то секретики от нас, да? Ой, сорян, ребята. А это где находится? А это вот в самом первом там. Лотки где? О, отлично. Сделать. У меня лута будет закрыта. Который мне не нужен. О. Так. Все, я открыла для вас контейнер. Можете выкладывать туда. Вот. Ну я выкладывать не буду, я заберу что-нибудь. Я тебя сейчас заберу. Он Феня умный человек, он пошел и себе поставил. А Катя, ты же иждивенец. Да, я же иждивенец. Ну вот так вот. Я латунь пока. Можно я латунь с латунью? Да, скидываю. Да я не скину, а заберу.
Я тебе сейчас нафиг он тебе нужен. Ой, а почему он не перерабатывается? Потому что это уже переработанное, посмотри внимательно-то. Нифига себе. Ну отойди, ну уйди. 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 Если с этим человеком я живу. Уйди. Уйди. Смотри, какой наглый. Так юбку зачем? Юбку можно разобрать же. Я, может, потом ее одену. Чего ты копался? Мне же надо наряды менять в конце-то концов. А можно я пуховик разберу? А можно он... Можно феню скинуть с окна? Лук есть. И две стрелы. Офигеть, конечно, тут большой домик. Ой-ой-ой. Давай. Можно пнуть вообще, нет? Блин, я хавать хочу. Где свечка, которую я поставила, блин? Вот это? Да. Ты видишь темно, как уж в жопе у негра, блин. Ну-ка, можно прямо на ящик поставить, интересно? Да, ты сейчас сожгешь. А, не, во. Во, смотри, как я вообще козырно сделал. Посмотри. Полюбуйся, похвали меня. Иди нафиг, иждивенец. Из-за тебя все хп растет. Ой. Думаешь, у меня все хорошо, Кать? Страшно. А ты можешь мне сделать топорик? У меня камней нету. А у меня есть один, тебе не хватит? Я могу дать тебе топор настоящий железный, но он починки нужен. Ну, зачем? Верстак. Нам нужно 100% верстак строить, чтобы восстанавливать все вещи. Верстак? Ну, для верстака очень много этого. Шмотье нужно найти. Где вот у нас верстак? Верстак у нас, по-моему, самый последний. Кать, на тебе дарю камень. Бери. Спасибо. Бери, пока разрешаю. Верстак нужно еще и книжечку найти. Для верстака требуется кованое железо, механические детали, разводной ключ, молоток и древесина. Разводной ключ не портите. Положите лучше его туда, если вы его не проебали. Ну, это все к Максиму. Ну, пойдем тогда за моим лутом. Да ладно уж. Так. Я что, виноват, что там мины поставил кто-то, блядь? Утро наступило. Виноват, Максим. Ты же наступил. Ой, что? Помогайте мне разбивать этот кусок дерьма. Мне кажется, там зомби. Я сейчас его стрелами захерачу. Так, сейчас дубинку поставлю, а то дубинка сломается. Вы это лут себе скиньте, который не нужен вам. Там возьмите с собой еды, пару банок пить, воды, ну и оружие возьмите с собой, которое вам. Я так скинуть. А у меня ничего нету. Блок не забудьте, потом такой нужен блок построить будет, чтобы сюда его поставить. Так. Ты можешь будешь что-нибудь делать-то в конце концов? У меня усталость, я устал. Вот он. Наверное, офигеть, внизу. Они по лестнице лазят, что ли? Вы подождите, восстановите это, выносливость. Ты чё, что вообще, что ты предлагаешь мне? Я не такой. Зачем? Давайте добивать ее тогда. Блядь, у меня всё. Поднимается, и мы добиваем его резко. У меня сломалось все, что можно. Не удивлена этому. Сейчас ты руканишь, мне... ты ж мог. Уходите. Карате, блядь! Кунг-фу! Отлично. Нормально. Еще один, нет? А что у него там есть? В нем-то что? О, неплохо. Заплесневелый сэндвич и бутылка воды. Нормально. Там сэндвич, один, сэндвич там. Можете взять с собой. Спасибо. Я бутылку воды возьму, если что. Там есть кто-нибудь, нет? Нет. Че? Максим. Лутать эти мишки. Им да, ты идешь? Вы где? У нас чисто. Вышли на улицу. Через главную дверь. Ой, кто-то орет. Да а как из лута стрелять, кто знает? Ой, на R сначала на R нажми, чтобы зарядить патроны. Ага. А у меня чат открывается. Или на русскую R. На русскую R.
Ой, нет, на английскую R. Ну как во всех. Там то ли зажимать, то ли что. Все, да, надо зажать, спасибо. Спасибо. Я, короче, камни нужно пособирать, чтобы стрел, наверное, сделать побольше. Ты, может, ты хоть тут чем-то займешься? Я? Да, я думал... ты ни хера ничего не делаешь. А там что, вообще нормально? Где что нормально? Ну у тебя лут какой? Ну блин, ботинки у меня там есть кожаные. Вот ради ботинок попадем. Ну там хотя бы первоначальная еда есть, там вот эти все консервочки какие-то. Пойдем тогда за этим лутом. Блять, ну там опять это мин. Не, давайте попозже пойдем за ним. Я боюсь сдохнуть опять. Давайте. Не, нам ну, я лут весь... не жалко тебе, поверь. Ну я весь лут выложил, короче, я весь лут выложил. Кстати, ребят, ты ягоды-то собираете? Тут, короче, ягода есть. Не же ягодник какой-то, что ли называется. Он это, нормально восстанавливает еду. Ну, сытость. Так, что, идем в домик-то первый? Дайте мне какое-нибудь оружие только сначала. А, блин, надо сделать. Тебе топор есть? Закрафтить? Да, топор сделай, я вот тут камни наберу сразу же. Дайте мне топор, я вам сразу все отработаю сейчас, ребят. Да, конечно, отработаю. Давай быстрее зомби сзади идут уже. Ты заколебал, слушай. Я что ли тебе, блядь, делаю? У меня он дерьмовый вообще. А тебе лучше делаю. На. Как попрошайка, дай. Сам не пробовал сделать. Да я отработаю, я тебе говорю. Смотри, да вон, надо. Камни начал зарабатывать уже. Мог бы убить зомби, блин, который идет на меня, блядь. Я что, кто-то идет? Кать, сзади. Сзади? Есть ничего. Сука, не вставай. Да ёлки-ты. Еще он ползет уже. Блядь. Их трое вообще. Блядь, собака еще. Пиздец, я сейчас сдохну нахер. Иди сюда. Так все, меня уже убили. Я собака ест мою голову. Так. Где Феня-то, блин? Сука, собака, иди нахер. Блять, да сколько вас тут так дохуя-то, а? Я пришел сделать себе стрелы. Нет, ты молодец, так-то Максим там один воюет. Я с ябло. Я чем могу помочь? Я чем могу воевать? У меня все дерево там, а у меня говёный топор. Во, наконец-то. Они ушли от меня, Максим? Да. Капец, а вы дом весь залутали, да? Какой нет, дом? Ну, в котором ходили. Мы жили. А, да, тот дом весь залутали, да. Так, быстро одеться. Отлично, убил я всю тут. Так, что еще? Что, Кать, залутала себя, нет? Да. Я в доме. В нашем. А я в соседний дом пойду сейчас. Посмотрю, что там. Я тут зомби перебивал. Кать, стой. Я к тебе иду. Вон за тобой зомби сзади. Фень, сзади. Ё-моё. Сука, стрел вообще там не хватает. Там собака, блядь. Сколько же нужно ко мне, чтобы, блядь, стрел до хрена залутать? Давай, сдыхай, тварь. Все, пойдемте вот сюда, во второй дом. Мне надо камни пособирать, ребята, очень нужно. Там сейчас я его пособираю камни. Стрел вообще нету. Стрелы вообще, это с лука. Ну да, стрелы это вообще. Толки, бери камушек. Сейчас соберу камни. Да, блин, Катя, у тебя топор же есть, вот камень, бей, тут камней до хрена вообще. В смысле, у меня камней до хрена? Я говорю, у тебя топор есть, вот как у меня, как ты мне сделала? Ну подожди. Тут камней можно вообще заработать до хрена. А что, просто по камням надо бить, да? Да.
И много дается? Много. Давайте тогда постучим по камням. Блять, он быстро, как быстро все развивал, разломается. Ёб твою мать, я без всего нахуй теперь. О, охренеть. Ну я просто побегаю камень. Максим, ты что там повыкидывал? Я ничего не выкидывал. Я зомби разбиваю, чтобы они не лежали тут. Они потому что это, бегать сложно. Так. Вот так я вас спас, ребята, запомните этот день. Ой, хорошо. Тут еще, короче, необработанное железо добывается с камней. Пометим да, еще да. В этот красный. Как праздник будем отмечать. А яйца для чего? Их есть можно, да? Их потом надо будет жарить. Не, ну смотря кому. Не, ну можно жарить, можно там плодиться. Как ты им будешь ими плодиться? Ну сидеть на них надо. А вы на своих всю жизнь сидите, что-то никто еще не вылупился. Шутка за 300. На-то. Дерево также добивается легко. Да, я знаю, что она добивается. Добивается. Я добиваюсь самого, сама, вся. Всегда. Вот так вот. Ты видел, да, какие-нибудь приколы тут? Нет, не видел. Где что типа там... А, это же где там было? В плюс 500, да? Да это где только не было. Так, зомби нету тут? Нет. Надо, короче, два работают, допустим, что-то добывают, а один это смотрит по сторонам, чтобы... Так это Феня, он вот бегает, блядь, нихуя ничего не делает. Я думаю, что полутать можно. Я думаю, можно просто полутать. Нет, тут металл вообще не добивается. У меня камней уже 100 штук, блин. Бумагу нашел, 14 штучек. Только много не... У меня бумаги 73. Ой, мне как раз это приспичило, дайте пару листочков. Только скомкайте ее, хорошо, сделай. Ну, пути возьмешь, блин, понятно? Я о том же говорю, что туалетная бумага для этого нам нужна, много не тратим. Ой, чей топор? А он сломанный. Так его починить можно. Так сколько можно, я уже с 6 уровня сделала себе топор. Ну тогда переработать его можно на камне. Какая-то ты неэкономная, Катенька, мы с тобой тут не проживем долго. Ой, кто бы говорил. Так, давайте надо будет это, пойти же полутать эти домики. Лутаю, но они все почти закрыты, а мне нечем их ломать. Где ты сейчас? Ты подожди, я помогу тебе. Пойдем. Ты где, Фень? В каком домике? Давайте около первого. О, я один открыл дом. Он где-то там. К тебе, кстати, зомби, походу, идут. Отлично. Разводной ключ, отлично. Все теперь супер. У нас есть разводной ключ. Слушай, они не к тебе, Фень, идут. Не знаю. Сейчас я дверь сокрою. Офигеть, тут 4-5 зомби, ёпта мать. Так, раз, так. Где тут ягодки такие? Ягодок нет, ничего нету. Кать, пойдем зомби убивать. Я один не справлюсь. Иди нафиг зомби убивать. Ты мне нифига не помогал, меня убили. В смысле не помогал? Ёб твою мать, их 6 штук идет. Ну тогда не пойдем мы к ним. Не 6, с ним, мать, к ним. Вот 7 зомби идет. Ко мне 7 зомби идет? Нет, к нам. Да вот тут в любой дом заходите и лутаем. Блять, сука, никак не могу к нему пробраться в этот дом. Кать, пойдем домой, как бы вдвоем еды больше у нас будет. Сейчас Феньку скушают и все. А что, ночь наступил уже? Да нет, еще 8 утра только. А это хорошо. Что, Максим? Кать, пойдем вот в этот дом, иди ко мне. Тут окно можно сломать и зайти. Иди ко мне, говорю. Ломайте. Я говорю, он закрытый. Может, сзади можно будет обойти? Да не, нельзя будет. Но ты понимаешь, что сейчас зомби полезут к нам? Через окно. Через окно не пойдут. Максим, ну ты рассказываешь. Самое что пиздатое в этой игре, тут можно нормально псин убивать. Я гвозди нашла. Вот иди сюда, Максим. Иду. Ну давай быстрее. Да что ж ты такой-то, больше не возьмем тебя с собой, блин. Блядь, ты что пугаешь своим топором? Заходи быстрее, раз зомби там идут. Где он, блядь, урчит? Летай быстрее все. Стараюсь. Чья орёт он?
Так. Именно картофель наш. Они вон пытаются дверь выбить. Так, железный топор. Ну, пусть ломает. Ой, Кать, сзади, сзади, сзади. Стрела, костер. Каменный топор. Надо туда, блять, уже зашли они, да? Да. Все зашли, нет? Кать, еще к нам сзади идут. Кать, 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 Кать. Блять, не со всех сторон, блять. Я иду к вам, я иду к вам. Как вы там? Да пусть он сам сломает, Кать, пусть сам ломает. Нам же легче будет. Что там пернул? Да это зомби так ломаются. Вот сейчас смотри сзади, я вон тут сейчас. Хорошо. Так, а вы в каком доме? Во втором получается? Да, прям рядом с нашим. Сзади это... вход. Сзади, сзади вход. Иди отсюда, я тебе сказала. Еще один зомби. Катюш, Катюш, поворачивайся. Как вы его открыли, дом ты? Сзади, сзади, говорю, да, вход. Сзади, говорят, еще один, вот нифига. Сзади, тут, походу, везде сзади. Охо! Вот это я ее шлепнул. Давай, умирай, тварь. Умирай, паскуда. Умирай, несчастный зомби. Паскуда, тварь. Идар. Козел. Жирный идар. Удила, обоссанная, умирай, тварь. Давай, давай. Наверное, раз на раз, тварь. Надо посреди Феню, да, чтобы это... Мы не так уж много мутикаемся. Ну ладно, чё. Ну, нихуй, ахуй, не, вообще не мутикается. Ребята, открываю серьезную тайну. Они, ну, может быть, без видео, они, конечно... Ой-ой-ой-ой, мне... Ах, ой. Все, походу, я умер. Что помогает? Еда помогает у этого. Ну иди дальше. Блять. Сдох, что ли? Прям рядом с вами. Почти что на наших руках. Максим, зомби. Сейчас я приду за твоим лутом. Или вы, может, мне присоединить. Собрать меня. Я тут стул поставил, чтобы зомби не прошли. Максим, где-то идет. Угу. Блять, Максим зашел сзади. Вижу, вижу. Блина, ты посмотри. Толстяки самые, короче, вот жесткие. Блядь. Самые жесткие, с них штаны падают. Меня, короче, отравили. Да? Да, блядь. Все, ты станешь зомби, может тебя убить? Пока она не превратилась. А, банками отравили, антибиотики, антибиотики. Чё Фень, делать, Фень, да? Поставь обратно стул, чтобы они не прошли так легко. 2.5 часа, охереть. Стул обратно поставь, да? Да, чтобы они не зашли внезапно, а потом заберем его. Что делать-то? Вот это... Нифига себе, мне блутали, ревизируют дробовика, плюс еще титицу люка. Мы скоро оружие так соберем, ребятки. Ништяк. Ты залутал, да, свой этот? А тебе антибиотики надо? Иди в моем чемодане возьми, антибиотики лежат. Ёб твою... Там надо травяные антибиотики. Животный жир, так, так, так. Ладно, нормально. Чё, доломал? Нет, ещё, дайте пожрать что-нибудь. Ладно, я... На, Максим, тухлый. У меня есть, у меня тут... А то у меня один прям, процент уже. Держи. Ой, а какашки надо? Не, собирай, собирай тоже. Собирай, если надо. Только не кушай их. Ой, а я только вот хотела укусить. Ну, а что ты сказал? Блин, вы так... Максим, тебе воды надо попить? Нет, у меня вода была. Вода такие... была. Я Финчко. Мог к вам вообще бы... Я, если бы вы такие гангстеры, если бы вы были бы черные, я вообще бы к вам не подошел. Офигеть! А что за дискриминация такая? Так вы все такие почти... в дредах, вы такие в этих, как его. Вам просто надо это. Вы у вас на свой... Там с ирокезом бегает, да? У вас свой этот, как его, наверное, этот, как его. Район там. Тинсти Джей, наверное, свой есть. Рэп, наверное, слушайте. У вас, наверное, даже сейчас рэп есть. Ты расист, что ли? Нет, я не расист. О, Максим,
Ча-ча-ча. На, штаны тебе нашла. А у меня были штаны же. Ой, тут кровать вообще комфортная. Какая форма есть, слушай, нормальная такая. Ну собирай, я таблетки нашел, если что. У меня, пацаны, надо ковбойские сапоги, у меня две пары просто. Давай. Ломайте двери. Потом придем, что двери все поломаем, я вот сейчас наверх поднимусь, потому что там есть у нас. Феня, на сапоги. Сейчас я приду к тебе. Туда. Просто не зовут. Где сапоги мои? Твои. Тебе надо штаны? У тебя штанов же нету, да? Давай штаны еще, если у тебя есть штаны. Я тебе юбку могу дать. Давай юбку. Или на районе не... Ух ты, я уголь нашла. Или на районе не поймут. Что, наверху ничего нету? А наверху нету ничего? А, у него ломать же нечего. Сделайте себе, пожалуйста, мне мой скриншот. Вот так. Вот сейчас сделайте мне скриншот. Вот так вот. Я вас не вижу. Ну, сделай мой скриншот, могу тебе сделать. Как ты выглядишь? Красавчик. Вот так вот, сверху. Как все телочки делают себе скриншот. Давай я тоже на туалете сяду. Подожди, сделай меня. Сделай меня на туалете. Ой, идиоты, а. Вы что там сделать тебя на туалете? Фу, господи. Отлично. Только свой, пожалуйста. Я забыл. Ну ладно. Только 11.54. Так, я пойду, наверное, себе что-нибудь, может, все почему-то залутать, оружие на какую-то пойти. Пойдемте в следующий дом. Помните? Че, а тут все вы посмотрели, пацаны? Да, да. А дверь вот эту сломать, если закрыть? А нет, а там же мы с той стороны были. Там, где кровать стояла. А у вас есть оружие какое-нибудь? Да, топоры есть. Дайте, пожалуйста, топорик мне делать, а то я ничего не могу сделать. Да, я тебе сделаю сейчас топор. Давай. Ника, уйди отсюда. Ника. Сейчас. Че, заплесневелый скидываю, потом на... То, что... Держи. Только надо это, мне воду не скидывать, потом... Так, я заплесневелый выкидываю, потому что это отравление 50%. На... Пойдемте, тут дверь почти сломанная, сзади. Фень, пойдем сзади. А мы что, не будем открыть закрытые дома лутать? Тут при... Так, вон сзади зайти можно, Максим сказал. Я уже зашел. Че, раковину не осмотрел? Ну, не успел еще. Так, стулья по моей части, я стулья забираю. Блин, это кто-то. Стул поставь там это, чтобы кто не выебался на нас. А то придут пацанчики с района. Кстати, сколько мы записываем-то, серию, пацаны? Да мы сейчас второй день запишем, когда уйдем спать, тогда я буду. Мы будем по два дня снимать, короче, я думаю. Ну да, в принципе, но а за потом, два дня много потом часов. Разберемся, что там получится. Как. Так, банка. Я наверх пошел. Ну иди, я тогда здесь. Вверху. Так. А, ты тут обыскал уже все. О, теперь еще вот это денег. О, испытание нашла. Слышь, я вообще гангстер. Ну бери, кстати, испытания, за это там опыт дают нормально. Не руби, там я только что оттуда. А, все, хорошо. Там больше нету, да, ничего? Нет, там ничего больше нету. Пойдемте. Ты что корзины не собираешь? Ой, картины, то есть. Нихуя себе, ты красавчик. Вообще, ништяк. Вы идете, нет? Идем. Где там? Сейчас. Блять. Охуеть. Нахуй тебе эта плазма нужна? Пошлите. Мы у себя на крышу поставим. А сумку нельзя сломать? Кстати, ребят, тут гаражик. Вы, кстати, это, ребят, если замечаете, какие-нибудь сумки лежат там на полу или что-то такое, их тоже разбирайте. Кстати, там иногда есть шоколад, там есть иногда жратва, блядь. Ты где, Катюш? Гаражик. Я в гараж пошла. Вот это гараж? Угу. Ломайтесь, давайте, а я зайду. Да где-то мой, блин, был. Какой? Че, пойдемте в соседний гараж. Давайте. Пойдемте. Теперь соседи грабанем. Я никогда не любил этих соседей. Да мы только. Ну идите лутайте, вы все равно мне ничего не достается от вас. Мы, если что, спрашиваю, бутылку воды нашел, все спрашиваю, слушай. Ну, давай, а, вторые грибы, семена, бумажку нашел. Если, кстати, кровать разбивать, то железо появится.
Грозди переработать. Давайте его сейчас по одной линии идти, короче, дома, потом другую будем на следующий день. Ну да, да, давайте, давайте. Чтобы не путать. Давайте вот эту улицу добегаем нашу. Так, мы, получается, 3, да, залутали? Ну да, в первом мы живем. Один наш. Заебись, ребята, вот когда вот, знаете, ролик снимаешь, тебя приглашает кто-то в CSGO. Пуль, давай сыграем, блядь. Ага, охуенно, блядь. Меня уже вот кто-то пригласил, заебись, нахуй. О, кстати, сумка чья-то. Давайте посмотрим, что там у нас лежит. А в сумке лежит кожаный плащ. Черный плащ. Плащ, черный плащ. Черный. Ты уже опускал, да, Катя? Ну, в черном плаще. Ух, охуеть ты, Немо, блядь. Ну-ка, Немо. Вау. Немо, блядь, Немо. Немо, я так честно, я очень сказала. У меня уже столько бутылочек пустых, баночек для воды. Кстати, это хорошо. Воды будем набирать. Света все равно нет. Давайте плазму сломаем. Да нахер она вам нужна, пацаны? Ну и никому, чтобы не досталось. Если новый мир начнется. Одежды. И столько одежды насобирала. Работать. Спецодежда. Максим, нужна это шапка или толстовка с капюшоном? Максим, стой, а то ходишь голый. Скажи. Да не надо мне. Одевай, одевай. А с плазмы что-нибудь падает, нет? Максим, там кто-то идет. Где? А он слышно. Я не вижу никого, не слышу. О, блин, сколько у меня шмоток. Цел, я могу теперь... Богом, блин, просто, блин. Типа, давайте это, знаете, как программа по Первому каналу. Смотри, Максим. Давай разденемся, что называется. А, модный приговор. Давай разденемся. Я не могу, блядь. Это ты что-то перепутал с чем-то, походу. Давай разденемся. Это какой-то 18+ уже. Блядь, вы заметили, что в этих вот хатах есть постоянно 3-4 сортира, блядь, на хате. Богатые они. Хаты какие-то. Здесь, наверное, другие люди живут. Может быть, а может быть здесь, мы, может, в другом мире живем, может быть, здесь кто-то постоянно какает. Засранцы, короче, какие-то живут. Засранцы, мистер засранцы. Так, мне нужен... Ой, слышишь, Катя, слышишь? Слышишь? Слышала? Да. О, я этот нашел, кастрюлю, ништяк. О, красава. А у меня давно уже кастрюли есть. Так, и мне... И вон чип входит. Вы не спрашивали. Так, что у меня по еде? По еде пока неплохо. Да подождите, у меня тут дверь какая-то, и я не могу найти деревянный топор в своем луте. А деревянный топор с какой находится? Какой деревянный? Деревянного топора нету здесь. Деревянный топор. А, каменный топор. Не этот. Блин, что, лампочку нельзя выкрутить, что ли? Ее только можно сломать. Еще один, а? Ой, шторы можно ломать, шторы можно... Топор сломался. Зачем шторы? А с них ткань падает. Кстати, ты зря в плаще ходишь. Он это перегреться может у тебя, как я в пуховике ходила. Сейчас пока что мне нормально. Ладно, пойдем. Так, слушай, так. Мне плевать, что у меня там перегреется. Мне самое главное стиль, мода. Чтобы как бы... как стильно, модно, молодежно, да? Пойдемте. Чтобы я мужчина выглядел, как настоящий секс выглядел. Господи, для кого тут красоваться-то? Так, вы где? Вы где? Мы вышли уже, пойдем. Мы в сейчас я шторы соберу. Штор, ткань падает вообще до хрена. Так. Нафиг я тебе топор дам. Давай, ты где? Сейчас. Где он? Вот это... На, Фень, я выкинула тебе топор. А... Чё, ты даже светлее тебя... становится. Ты где? Ты я вот стоял уже рядом с тобой, возле двери, когда ты ее ломал. Топор тебе скинула. Так. У нас будет верстак, будем чинить. Скоро все это. Я так, просто заходим. Буду этот, портной ваш, короче. Ткани набираю сейчас. Так, что фонарик настоящий, хорошо, это... А, фонарик у меня, кстати, тоже есть. Это очень круто. Так, вы где? Максим, так что... На, Максим, я тебе тоже фонарик скину, держи. У меня нету места уже. А, ну давай. Взял? Да. А что, гараж осмотрели уже? Гараж осмотрели, там только одна сумка, и там я нашел фонарь только. Не, Феня, ты вообще крутой, блин, стиляга. Как Немо. Как Немо. Это та рыба, которая была из
мультика. Я вообще-то имела в виду из матрицы Нео, но, блин, ладно. Куда рыбкой той? Плыву на юга, на восток, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Это такая песня. Ну-ка, жалюзи можно ломать? Ой, жалюзи можно ломать. Летайте, все нормально, вы что постоянно пропускаете что-то? Я кастрюлю нашел. Или у нас кастрюля уже есть? О, нет, берите, есть? Берите, в любом случае нужна будет. Здесь подвал у них есть. Подвал. Ой, не ходи один в подвал. Подвал. И подвал есть? Запресневший хлеб у них есть. Кто будет потом? Да нет, спасибо. Вот Феня прошел, а... Пистолет этот... нашел! И патроны! Нихуя себе, бля! А, кстати, не факт, что это целый, да. То может быть не целый. По-настоящий пистолет, целый, блядь! Идите сюда! А это, патроны какого калибра? Да все нормально у меня. Не, у меня, я просто тоже патроны находила, я их дома... Нихуя себе, блядь! Пошел ты в жопу, если топором загасил. Прикинь, сходил, да, скотина такая? Вот шумок какой-то. Ну я в подвал самый первый увидел. Здесь по-любому что-то будет. Здесь, дай блядь, пойти. Отойди. Да у нас еще нижняя полоса, блядь. Это вот ты меня не пускаешь. Все, давай, теперь здесь что-то еще по-любому есть. Блядь, Ира, шкаф. Колебал, ты дай мне-то хоть полутаться-то. Как бутылка грязной воды, но это мы под... А Тимочка-то где? А я тут здесь хаваю и лутаюсь, пацаны, а то у меня место уже. О, ребятки, идемте к ломать, здесь по-любому что-то есть. Здесь целая дверь. За ней что-то спрятано. Там, походу, очень много всякого добра. Это кто? Помогите, Катя, ты... помогите, тут очень много. Помогите, нужна ваша помощь. Тут вообще дверь железная. Кто-то идет. Кто-то зомби где-то. Ага. Ничего страшного. Ну, сейчас тут, кстати, домой будем уже возвращаться, уже время уже позднее. Да, и да, закончим на этом. Ну да. Максим, тут все залутал ты? Да, да, все. А наверху были? Да, там ничего нету. А зомби можно сломать? С него мясо и кости. Ёшки, да. Как тут долго все это ломается. Ну, сейчас давай быстрее. Смотрите, как она быстро. Там по-любому что-то есть, там очень было много. Там сейф! Сейф? Там по-любому, там по-любому оружие. Там по-любому. Дай мне... А он закрыт! Ну, круто. 2000 ударов. 2000 ударов. Давай мне этот, как его, молоток делаем. Я стульев набрал. Можно сесть на всю жизнь прям. Шутка за 300. Ну да. Дай мне, пожалуйста, молоток. Как я тебе дам молоток? Ну, топор дай. Ух ты! Ребят! Я же тебе давала топор. Ребят. Я на вечер нашел, короче, на хлебный спирт. Охуеть. О, сегодня будем пить, гулять, танцевать, как-то курица на видос. Угу. Зачем нам нужен человеческий кал, я не понимаю. Феня, будем... иди топор дам. Мы будем обмазываться им сегодня ночью. Нафиг. Давай мне топор, давай. Зачем ты книжку держишь? Ты это случайно взял. Ты решил просветить? Давайте, как дураки будем сейчас сломать. Ну как раз до конца серии сломаем. Не, слушайте, там по времени, наверное, уже прилично вышло. Можно сейчас закончить, а в следующей серии уже... Ну давайте, а в следующей серии сломать его. Ну что, дорогие друзья, на этом мы с вами заканчиваем. Подпишитесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте видео. Не забывайте также ля-ля-то-поля. Всем пока-пока. Пока. Пока, ребят.